Доброго времени суток, друзья! Вы на канале HardRessetInfo. Перед нами Samsung Galaxy S21 FE. И в этом видеоролике мы вам покажем, как на данном устройстве установить английский язык системы. Для этого мы заходим в настройки и в настройках пролистываем вниз до пункта «Общие настройки». В пункте «Общие настройки» нажимаем «Язык» и нажимаем «Добавление языка». Выбираем здесь наш английский язык, который нас и интересует. Вот есть English. Выбираем страну языка. В нашем случае пусть будет United Kingdom. И давайте выберем, к примеру, не изменять, или можем сразу нажать изменить. После чего у нас здесь несколько языков. Нажимаем на нужный язык и нажимаем переменить. Вот теперь английский язык. Язык по умолчанию. А русский, к примеру, можно вообще отсюда удалить. Больше видео о данном девайсе смотрите у нас на канале. Обязательно подпишитесь, поставьте лайк и всего хорошего. До свидания.